Ханты-Мансийский автономный округ признан победителем в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция». В Москве завершилась международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Делегация из Югры завоевала около 20 наград. Так, мастер из села Казым Белоярского района Юрий Тарлин занял первое место в номинации «Лучшее произведение национального народного творчества». Он представил древнее ремесло плетения арканов. Жительница стойбища Татьяна Пяк признана одной из лучших мастериц по меховой мозаике. В конкурсе «Полярный стиль» гран-при досталось КТЦ «Югра Классик» за коллекцию одежды в этническом стиле. На фестивале «Кочевье Севера» народный фольклорный ансамбль Салы Ленг из села Сран-Пауль Березовского района победил в номинации «Вокально-инструментальное творчество». Первое место на гастрономическом фестивале досталось этнокультурному центру «Касумьёх». Жюри по достоинству оценили таежный чай со сладостями и традиционным хлебом из глины.